Сегодня, 20 апреля, по поручению главы Дагестана состоялся республиканский субботник, к которому также присоединился и Каспийск. Лопаты, грабли, мешки для мусора и кисти для краски стали главными атрибутами для представителей администрации, общественных организаций, волонтеров и студентов, которые вышли на улицы города, чтобы навести порядок. Как всегда, самое активное участие в субботниках у нас принимает город Каспийск. Сегодня в субботнике у нас принимают участие и образовательные учреждения, и волонтеры, и структурные подразделения администрации, сама администрация, садики, школы. Город мы распределили на зоны, каждый ответственный на своей зоне с курирующим заместителем. В рамках данной акции субботник был проведен на следующих территориях: улица Халилова, Окульничева, Амитхан Султана, проспект Амарова, Ленина, микрорайон Кемпинг и другие. Стоит подчеркнуть, что каждая территория была закреплена за определенной общественной организацией. Большое внимание было уделено и туристическим объектам, а именно парковой зоне. В порядок были приведены скамейки, газоны и многое другое. Мы как бы усилия сосредоточили уже в парковой и в набережной части, потому что у нас уже впереди как бы летний сезон приближается. Поэтому наши усилия здесь сосредоточили мы в парковой зоне. В дальнейшем уже следующий субботник уже будет, работа уже будет сконцентрирована на пляжной зоне. Пока вот мы работаем в парковой зоне. Кроме того, в рамках субботника сотрудники муниципального контроля администрации Каспийска в микрорайоне Кирпичный провели снос и демонтаж самовольных построек в целях строительства дошкольного образовательного учреждения. Данные самовольные строения были возведены на земельных участках, зарегистрированных по отдельным правоустанавливающим документам, то есть решением суда администрации городского округа город Каспийск аннулировала кадастровый учет и право собственности на данные земельные участки. На сегодняшний день здесь сформировано свыше 8000 квадратных метров за муниципалитет для строительства садика. Также в субботнике активно принимали участие заместители главы Каспийска Руслан Учакаев, Гусейн Ункилов и Арсен Шерифов. Всего в ходе субботника были приведены в порядок 13 общественных территорий.